Здравствуйте, мы группа Tukyum. Мы образовались около года назад и играем в таких направлениях, как постгранж, альтернативный рок. Все. Откуда вы узнали о фестивале? О фестивале мы узнали из интернета. Что вы ожидаете от фестиваля? Море позитивных эмоций, драйва, хороших эмоций. Как бы. Это основное, что мы хотим из него извлечь. Что вас подтолкнуло под эту заявку? Интерес, попробовать свои силы, посмотреть на людей, показать себя. Ну вот если все-таки выиграете в Польше, то как раз придетесь выигрышем? Ну, поделим его на три части. Первая часть на благотворительность, вторая часть на запись альбома, ну а третья часть на себя, то есть на инструменты, оборудование. Правильно. И пожелания слушателям, зрителям? Хорошего настроения, хороших эмоций. Драйва, романтики. Голосуйте за нас! Позитив! Спасибо. Человека появляется вопрос, очень много вопросов в нашей жизни, и один из них – кто я е? И этот вопрос, я думаю, из нас здесь касающийся очень часто сопровождает по жизни, и пытаешься постоянно найти на него ответ. What?
Я пытаю в тебе, хто я є, хто я є, а ти мовчиш, хто я є, нічого не говориш, хто я є, я відповідь шукав, хто я є, бо я не знаю. Yeah.